Сокровища на обмен! Сокровища на обмен! Редкая вещь! Это что бы? Это... качать мышцы! А, потом план красавица, тренировка! Она может быть как будильник! Вонючка-нюхач! Это мой клиент постоянный! Я торговать с тобой! Я возьму в обмен. Джику не нужен глупый рожок. О, бланк нужен! Бланк очень музыкальный. Менять рог на будильник и горшок с цветками. Стой! Джику нужен рог! Получи. Герой менял рог гипноса. Ой, рог беда в плохих руках. Но беда — это большая прибыль. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и полны лихой прибой. Открыть себе «Чародейки». «Г» значит «грязь». «Бланк, помнить, плод Седрик применял рог гипноса». «В атаку!» «Его звук превращает всех хороших в живых зомби!» «Ирма знает, что с тобой делать!» Ну, круто! Модный шлем! Бланк, однако, удачник! И Джику везет! Угодила в заложницы! Нет, просто оставлена дома. Именно в заложницы! С трудотерапией! Девушка, не я приволок в гараж этот мусор, и не мне его убирать. Я буду снисходителем, буду снисходителем. Но я буду снисходителен. Уберешь весь мусор, отмоешь гараж дочисто и можешь идти гулять. Надо четче формулировать. Привет! О, ты? Бланк, новость! В мешке сюрприз большой! Ведь я разрешила сложить тут пару мелочей. А теперь посмотри! Это Эверест хлама! Тут не хлам, коллекция! Товарец с лучших помоек города! Тогда помоги вернуть все на законное место. Но... живо! А то отмою тебя вместе с гаражом. Знамения предвещали, что он здесь. Что? Что вам угодно? Отдай рог гипноса. Где-то должен быть портал, где-то близко. Кто обещал помочь с устройством юбилея миссис Рудольф? Я не виновата. Это Бланк. Наше ходячее несчастье. Он хоть помогает с уборкой. Да, после него впору вводить карантин. Простите, но Ирма сейчас слегка занята. Я конфискую его, пока мой гараж не засияет. Фу, Ирма сказала, что бланк у нее
Да, я и здесь чувствую очень знакомый запах. Фу, а запашок оттуда. О, похуже, чем обычно. Как бутерброд со скунсом в рыбьем жире с лимбургским сыром. Кто хочет поесть? Джик! Как он сюда попал? Ведь порталов больше нет. Нет порталов? Джику и не надо. Джик талантливый. Джик ходит где хочет. Сейчас на Мирьян идет с этим. Это Рук Гипноса. Мы едины. Фу, должен быть близко. Запашок исчез, и Джик тоже. Думаешь, он вернулся на Меридиан? Если так, мы должны его найти и отобрать Рок, пока все люди не стали зомби. Сбегаешь за Ирмой? Бегу. И за Бланком. Мы вас догоним. Удачи! Джик, умный нюхач. Стражницы клюнули на его приманку. Жаль отдавать добыча. Мы ее не отдаем, Бланк. Мы выкидываем. Это мусор. Зато теперь чистота. Не гараж, а операционная. Ирма! Привет, Мэтт. Стражницы рванули на Меридиан. Джик нашел Рок Гипноса. Большой вздор. Року Бланка. Был у Бланка. Бланк и Джик торговаться. Бланк победить. Отдать лучший товар. А раньше о Роге ты сказать не мог? Джик проследил за тобой. И о, Бланк, что упустил Рок? Не упустить. Гад ты Джик стырил. Это сейчас не важно. Главное, Рок у Джика. И Бланк помогать вернуть. Чистенько и довольно быстро. Дочка заслужила... Домашний арест. Бланк, ты высадил нас на ветку. Ветрено. И меткость не очень. Но Бланк всех спусти. Нет, стой! Ну вот. Глянь! Бланк помогать? Бланк искать Джика! По запаху! Фу, этот след учует и слон без хобота. Ну и вонь. Вкусно! То есть как потерял? Все искали Джика, все уже не ищут. Джик потерялся. О, и Рок тоже. Джик, не делать Рок! Джик, продать его! Кому? Продать ты! Я не помню. У Джика много сделок. И Джик не спрашивает имен. Джик сейчас вспомнил. Продал рыцарям-мстителям. Джик! Гад! Джик много торгует. Трудно вспомнить, где рыцари. Хочешь, чтобы отпустили, вспомнишь. Запах рыцарей, Бланк. Джик перебивать. Да, вы вдвоем целая симфония вони. Ты виноват во всем. Я? Ты так раскомандовался? Бланк не мог сказать про Рок. Если б ты не забил наш гараж мусором. Это не мусор. Мусор. Ребята, мусор не главная забота. Не мусор. Неважно. Хуже, что Рок сейчас у рыцарей. Нет рыцарей! Ты отрицаешь все подряд. Вы отобрали Рок. Так, объясните, они прикалываются или с ними правда что-то не то? Очень похоже на зомби. Бежим!
Меридиан слышит рок. Что ж мне заколдовать, как Мэтт и Джик? Рок надо направить на тебя, забыл? О, спасла Бланка! Нет, это просто рефлекс, ясно? На танцы мы не пойдем. Потише, Бланк, пришли рыцари. Я приказал взять ту стражницу. Где она? Ирма близко, хозяин. С ней Бланк. Так пусть этот их вынюхает. Вперед! Мы подождем в стане кочевников. Но недолго. Не бойся, Бланк знает лес. Теперь Бланк спасать Ирма. Давай, но танцы отпадают. Есть идея, внушать им, чтобы слушаться. Я пыталась, но в их крутых мобильниках сели батарейки. Бланк, вернуть вас на землю, там не страшно. Чем это поможет друзьям, учти, Вилл пойдет за нами и погрузит в транс. Бланк чует, рок беда. Интересно, сколько здесь дают за избиение проводника? Что ты делаешь? Бланк умный, да? Да. Или нет? Что теперь? Сидеть в темноте и дышать через раз? Как так через раз? Ты что, про запах забыл? И о сокровищах? Загадил мой гараж, так еще развел свою помойку. Ой, смердит почти как ты, друг. И поэтому Джик без труда вынюхает нас. Хоть иногда моешься. Бланк купаться! Целых два раза! О, эта песня «Прошу прощения». Бланк запомнить. Музыка, снятие чар, важные ноты. И все очнутся сразу. Пуф! Ты прав. Так, что там за ноты? Ой, не помню. Был бы Калиб, он тогда сыграл бы. О, был бы рядом кто-то, кроме тебя. Мой клад! Не клад, никчемный, гадкий мусор, как и ты. След привел сюда. Они там. Не сдвинуть. Бум. Шлем защищать! Нужен план Б! Противный Бланк повсюду! Бланк знал, пригодится! Получилось? А, нет!
все пять стражниц с амбированным рогом. Наделите ее полной силой. Мы едины. Ну что ж, нам нужна последняя девчонка. Теперь сыграйте королеве Элио. Бланк, ты готов? Что? Можешь уже вынуть из ушей. Отличный был план Б. Мы так и не услышали рок. Воск очень вкусно. Побьи деньги. Вряд ли у тебя много подружек. Ничего, зато ты здорово притворился слабоумным. Не притворяться? Бланк всегда слабоумный. Так, включи соображалку, вспоминай ноты. Это про овечку. Надо добыть рог. Нам поможет сила стражницы. Но не чужая сила. Корнелия стать Корнелией скажет Бланку спасибо. Мэтт, брось! Не хочу тебя пинать. Бланк не против. Эти двоих, плохо дела. Но вспомни, они как зомби, их мозг сейчас в трансе. Значит, мы умнее их. Эми легко говорить. У нее мощь есть, у Бланка ничего нет. Неправда. У тебя есть хлам. Очень-очень полезный хлам. Ну что так долго? У Джека был рок. Так, минуточку. Чары пали, рога нету.
Да, а если появится, на нем уже не поиграешь. Рейтер кричал что-то про заклятие, а потом исчез с другими рыцарями. Не торопись, Джик. Это ты заварил кашу. Но пускай наказание тебе выберут соплеменники. С нами, кстати, очень честный, хитроумный и бесценный проводник. Дереху помыть! Джик, вонючка! Нет! Джик не любит мокну! Автор сценария Кевин Хоббс. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу Disney Character Voices International в 2006 году. Роли озвучивали Лариса Брохман, Юлия Артемова, Настя Волкова, Лина Иванова, Валентина Рубцова, Алексей Костричкин, Михаил Тихонов, перевод и автор синхронного текста Дмитрий Усачев и Екатерина Бартон. Режиссер дубляжа Алла Гончарова.